Здравствуйте, друзья! Воскресным утром, точнее даже почти в полдень, я двигаюсь в мотель, где мы оставили с вами на днях трех наших подружек, двух из Майами, одну из Нью-Йорка. И моя задача состоит в том, чтобы их забросить из мотеля в ту квартирку, которую они сняли. Так что мы с вами заодно квартирку тоже посмотрим. Вот наши пассажирки выходят из Бёргер Кинга. Девушки, как вы относитесь к Бёргер Кингу в целом? Давайте я вас покажу. А то я говорю, три модели будут, а они не верят. Так, рассказывайте. Вкусненько. А вы не покушали, только с собой взяли? Да, просто здесь рядом ничего нет. Вообще не очень люблю. Ну как вы тут провели-то день? Хорошо, мы ездили в Сан-Франциско, даунтаун. То есть вы не просто так? Да, мы вчера поездили. А на чем же вы в Сан-Франциско? На поезде. А где поезд? Калтрейн. 10 минут. 10 минут пешком. Пешочком? Да. Угу. Очень много пешком ходили вчера. Очень много. Это неплохо, и вам теперь надо будет покушать, чтобы восполнить калории потерянные. Да. Ну, поехали. Все. Это минутах в 10 от нашей школы. Улица Лейзм в городе Маунтин-Вью. Один квартал отсюда. Вот улица Эль Камино Риал, которая... Самая главная здешняя улица, там и офис наш. А что в сапогах? Я думала, холодно. Понял. Ну, пошли смотреть-то. Ну да, потом. Да, потом вещи посмотрим. Так, пошли. А есть ключ какой-то? Как там? Просто заходишь. А, окей. Так, просто там ощущение, что замок есть. Заходим, друзья, заходим. Тут почтовые ящики. Тут написано, в каком номере кто живет. Идем в бассейн. Видите, как вот только жизнь начинается в этом месте. Это на самом деле обычная структура вот таких комплексов. Видите, они недорогие, видимо. Девочки, а почем жилье? 1800 на первый месяц, а потом будет 1900. Окей. На первом месяце у них скидка. Но, значит, 1800 за первый месяц, потом 1900, но они снимают помесячно. Помесячно всегда дороже. То есть, если бы они взяли, там, скажем, на 6 месяцев или на год, было бы дешевле. Дело в том, что мы нашли до этого квартиру, которая была не помесячна, но она была дороже, чем эта. Это бывает. Да. Это бывает. А как же? И на какой же этаж мы с вами? Второй этаж. Понял. Вот такая структура. Цветочки, растительность. Лепота. От входной двери мы смотрим, вот тут кухонька. Она небольшая, но на троих им вполне хватит. Вот там, где я сейчас стою, обычно ставят столик. Вот здесь ставят маленький столик. А здесь, кстати, какие-то вещи еще чужие не забраны. Должны сегодня забрать. Так, ну давайте посмотрим на все остальное. Все остальное у нас, это такой living room. И там диван. Ну да, я чувствую, что квартира в стадии освобождения. Но мы, наверное, вполне можем заносить сюда наши чемоданчики. Тут жила наша студентка. Вот она как бы освобождает эту квартиру. Так, девушки, давайте покажем бедрум. Так, они уже в носочках тут, молодцы. Ой, надо было и мне разуться. Ну ладно. Карпет. Вот эта штука. Хитер, да, обогреватель. Так, что тут еще есть? Кроватка. Ой, тут крыша. Да, это не наша крыша. Тут это крыша гаража. Ну, не гараж такой, а открытый паркинг. Вот вы видите, там машинки стоят с той стороны. И здесь тоже такое. Так. Идем дальше. Так, у нас санузел имеется. Предохранители. Санузел надо ну, там домывается. Хорошо. Такое скромненькое все. Полотенчик. Так, тут, наверное, что-то... Шкафчик. Шкафчик плотяной. Ну что же. Так. Вот мы пошли за багажом, и я хочу показать. Вот это называется ландри, или такая стиралка, сушилка. Вот здесь машинки стоят. Вот стол, на котором раскладывается. Там. И вот, вот стиралки, сушилки. Сюда бросаются монетки. Вот. И так... Монетки поставил туда раз,
и ушли, и пошла работать машинка. Я спрошу девушек, почем пользование стиралками-сушилками? Ну вот не тут, а в целом вы пользовались? Да. Почем? Вот у нас в Майами $20, $10. За что? За стирку и за сушку. $10 раз и $10 два. Угу. У нас, где я живу, в Форт-Лодердейле, да. Пригород Майами, да. $25 за сушку, а $50 за мойку. Вау. Да. Так, видишь, как дороже. По стране-то как отличается. Да. Сколько поводов может быть для нетерпимости и для скандалов? Так, ну. А в Нью-Йорке у нас в зависимости от веса есть за $25, за доллар... Барабана. Того, насколько, да, большая стирательная машинка. Так. $25, $60, $2.25. И сушилка тоже $19. 19? Я извиняюсь, 19, а как вставить доллар? А у нас карточки. Там как бы как карточку просто пополняешь и пользуешься ей очень удобно. С девушками пришел познакомиться сосед. Мы не знаем пока его имени и фамилии, но... Очень добрый. Очень добрый. На нем написано «Мами, little man, mommy's little man». Мамкин мужичок. Вот. Такой ласковый собачонок. Но у нас багаж, мы движемся вперед. Ну что, друзья, переселение в основном завершилось. Поэтому что скажете, красавицы? Тем, кто нас смотрит. Так. Ждем, не дождемся, когда школа уже начнется. Классы уже скорее. Свободных девочек нету тут у вас? Нету. Нету свободных. Ну, значит, не судьба. Пусть так смотрят. Да. Ладно, тогда помашем всем ручкой и скажем счастливо. Спасибо. Спасибо, до свидания.